Маленькие открытки в форме сердечка со стихами, любовными признаниями или просто добрыми пожеланиями. Такие послания принято отправлять друг другу 14 февраля. Самый романтичный праздник традиционно отмечают в большинстве стран мира. В новом выпуске программы «Хочу сказать» мы узнаем у саровчан, что им известно о Дне Святого Валентина или, как его еще называют, Дне всех влюбленных, и как они планируют провести этот день. Скажите, пожалуйста, какой у нас ближайший праздник? Подождите. 14 февраля. И что мы отмечаем? День влюбленных. Какой будет 8 марта? А 14 февраля это что? Это не праздник. Почему? В православии такого праздника нет. Здравствуйте. Ближайший 23 февраля. А 14? Один. Что один? Я один, поэтому для меня это не праздник. День Святого Валентина. Угу. Наверное, это Масленица. Масленица. А 14 февраля? 14 февраля. Помнила. День влюбленных. А, ну у нас уже прошел этот период. Ну, как же? Очень влюблялись в молодости, влюблялись. Все было хорошо. Любовь – это самое главное. Еще немножко об истории праздника. Может, вы помните, кто такой Святой Валентин? Хотя бы примерно, теория. Если честно, не могу сказать точнее, как-то точно. Святой покровитель влюбленных. Которого посадили. Так, ничего не могу сказать. Так, ну кто-то там, он какой-то был. Господи, кто же он был? Ой, ничего не могу сказать. Святой, который, собственно, приветствовал браки, мужеложство. О Святом Валентине сложили множество легенд. Согласно одной из них, он был священником, который тайно венчал влюбленных, за что и был приговорен к смерти римским императором Клавдием II. В темнице он познакомился со слепой дочерью надзирателя Юлией и влюбился в нее. Перед казнью он написал девушке любовное послание и вложил в него цветок крокуса. На следующий день, 14 февраля, его казнили. Юлия все же получила послание, и сила любви Валентина помогла девушке прозреть. Он должен быть солнечный, веселый, праздничный и счастливый для всех влюбленных. Ну, там, я не знаю, приготовить там любимый ужин какой-то, может быть, десерт какой-то. Не знаю, посмотреть фильм, сходить, не знаю, в театр, в кино. Ну, то есть заниматься обычными делами, которые тебе нравятся. В разных странах сложились свои традиции празднования Дня Святого Валентина. В Армении его называют необычно – Терендес. В этот день влюбленные закаляют свои чувства прыжками через костер. А в Нидерландах женщина только в Валентинов день может предложить мужчине руку и сердце. Как мы выяснили, Саров планирует встретить День всех влюбленных в традиционном формате.